Привет, с вами Дива Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами посмотрим видосик от Мармажа. Мармаж, мое детство было странным. Лайкосик, подписочка, колокольчик. Поехали! Здорово, дружочек. Мое детство пришлось на 90-е годы. Вроде бы. Это было не так уж и давно. Но оборачиваясь назад, я понимаю, сколько же там было странной фигни, которая сейчас кажется какой-то прям, ну, совсем дикостью. Странности моего детства. Вот кто-то сейчас смотрит телек, вот именно. А тогда это был главный и единственный проводник в мир видеоконтента. Но была проблема. Ты должен был следовать четкому расписанию. Каждый понедельник я изучал программу передач в газете, чтобы знать, когда я должен быть у ящика. И самое страшное было забыть о какой-то передаче или мультфильме. И если ты опоздал... А ты смотрел вчера вот по ОРТ? Да, смотрел. Крутой фильм, блин, просто офигенный. Макс, ты видел? Нет, я забыл. Оу, братан. Не, вы чё, ведь может быть еще повтор, ведь может быть повтор, правда? И тогда я посмотрю, обязательно посмотрю. Да, конечно, да. Сочувствую, мужик. Не трогай меня. Ну дичь же дичайшая, относительно недавно ты не мог просто сесть и посмотреть сериал, когда тебе хочется. Ты буквально мог пропустить серию мультфильма и больше никогда ее уже не увидеть. Как если бы сейчас я не мог бы посмотреть всего Рика и Морти, когда мне хочется. Ну, Рика и Морти мне вообще надо о нем рассказывать? Ну, типа, он самый умный человек во вселенной, а его внук, ну... Не то чтобы. И вроде бы звучит не слишком сложно, а в итоге мы все равно получаем лучший мультсериал последнего десятилетия. Мистер Мисикс, Плюмбусы, Портальная Пушка, Телевидение других измерений, Птичья Личность, Огурчик Крик, Джессика, Мистер же Посранчик. Ой-ой, если вы не понимаете, о чем я, то вы, походу, последние 6 лет были в коме. Так что поздравляю вас с выходом из нее и гоу знакомиться с Риком и Морти. Ведь выходит уже 4-й сезон. Так, и двигаемся дальше. Ну, скажем так, сегодня, чтобы позвонить ради в другой конец страны, я просто беру мобилу и звоню, как бы вот и все, конец истории. Но вот когда я был маленьким, и мама говорила, надо бы позвонить твоим дедушке и бабушке в деревню. Становилось понятно, что полдня будет просрано. Звонок по межгороду означал, что мне нужно собираться, одеваться и топать с мамой через весь город на почту, в которой находился переговорный пункт. Это помещение, где стояли кабинки с телефонными аппаратами, и чтобы звонить по ним, вы должны были отстоять просто охренеть. Я не настолько старая, я этого не застала. Все, больше нельзя назвать меня Баба Лены, все. Кто смотрит это на стриме, чтобы все. Я еще молодая. Длительную очередь, чтобы заказать у оператора звонок, потом сидеть, ждать и ждать, пока оператор дозванивается твоим родным. После чего она орала... Пестравка, кто заказывал звонок на Пестравку? 4-я кабинка! И мы забивались в эту самую кабинку. И вот только в этот момент и начинался разговор. И говорила по большей части мама, потому что в 4 года я не особо владел какой-либо информацией, которая могла бы заинтересовать моих стариков. А поэтому я просто продолжал сидеть и ждать. Ах, и детство, время, которое не вернуть вспять. Как здорово было его тратить вот на это. А через несколько минут в трубку вдруг вырывался голос той самой женщины-оператора. Да, спасибо, боже. Мы прощались, вешали трубку и шли домой. И на все это мероприятие спокойно могло уйти 3 часа. Вы просто вдумайтесь в абсурд происходящего. А это ведь была реальность моего детства. Так что, когда в следующий раз вы скажете, что не нашли времени позвонить родителям, ну, подумайте еще разок. Многие говорят, что раньше было лучше, мол, в нашем настоящем технологии все погубили, детство теперь не то, ой-ой-ой, а я считаю так. Мы живем в удивительное время технологий, когда жизнь стала в разы проще просто потому, что, блин, у тебя есть карманная трубка с огромным экраном, которая и телефон, и игровая приставка, и даже штука для просмотра видосиков. Знаете, меня устраивает такое настоящее. Так что цените то, что имеете сегодня, и до скорого. Пока. Ну что, ребят, я, конечно, по 3 часа там всяких кабинок не ждала, чтобы позвонить родным. Однако, помню один момент, я встала в 7 утра, будучи маленькой, вот такой вот. Не знаю, может, такой, не знаю, какой точно я была. В общем, я была очень маленькая, я встала в 7 утра, а там был обалденный мультик. Не помню, по СТС или по ТНТ, это не имеет значения. На следующий день вот такая крошка встает в 7... Вы понимаете, вот такая крошка по собственной воле встает в 7 утра. Ну, просто так...
чтобы включить телевизор, и обнаружить, что там нет этого мультика. Хотя это был сериал, и почему-то не было новой серии. Я до сих пор не понимаю, почему так случилось, но мне тогда было до боли обидно. Вот даже сейчас мне обидно. Почему они так сделали? В общем, лайкосик, подписочка, колокольчик. Пока-пока. I don't know what you want. Let's have a bit.